Всем доброе утро. Такая у нас красота. Камеру забыла, представляете? Думаю, ну как это, на такой красоте надо поздороваться с людьми. Поэтому достала телефон. И на телефончик тоже хорошо. Такой ветерок обдувает, с утра уже жарище. Сегодня даже передавали, что будет жарче, чем вчера. Хотя куда жарче. Вчера прям было так это... Жесть. Что бегу на работу, как на праздник. Моя любимая камера. Я заехала в Лидл. Вы знаете, я вчера делала чокофлан на сегодняшний праздник. Но я сегодня утром гляжу, он у меня не застыл нифига. Думаю, наверное, времени мало. Делала все по рецепту. Сейчас вас поставлю. Ну, видимо, времени все равно мало. Что я сделала? Я перед работой думаю, все равно, если выбрасывать, то уж, как говорится, попробовать еще раз. А выбросить-то мы всегда успеем, правильно? Вот. И что я сделала? Я поставила опять в духовку и ушла на работу. Потому что нужно же потом, чтобы он застыл. И вот сейчас пришла, и он все нормальный, хороший такой этот, прям... Сделался, испекся, скажем так. Моя рыба пить хочет. Ну, так как я не знала, что там у меня будет, как у меня будет, я поехала в Лидл, чтобы на всякие пожарные не остаться нам без чая. Ну, мы все-то, ну, не все, конечно, девчонки, знаете, начинают. Я не умею печь, я не умею торты делать, я не умею то, блин. Для этого вообще не надо уметь. Просто заехал в магазин, а вот тупо взял вот такой вот штрудель яблочный, полуфабрикат, который нужно просто-напросто запихать в микроволновку, в духовку. Все. И я такая думаю, какой вариант сделать? Никакой, вот заехал, он, во-первых, обалденный, вкусный. Вот, в Лидле прям классный. Во-вторых, быстро делается и минимум усилий труда. Ну, мне кажется, это больше не желание что-то делать, чем... Так. Нет, он там не в пакете, поэтому в заморозку запихаю, потому что у меня вроде бы получилось то. Так, ладно, сейчас я вам покажу, что еще купила. Ну, я немного вообще ничего почти не купила. Вот муку, потому что муки мало не бывает. Нужно уже скоро хлеб печь такой для тостов. Орчата. Это такие корешки, вот, из которых... Ну, это, как знаете, молоко из этих корешков. Ну, с сахаром, со всеми делами. Это не мне, я такое не люблю, это мужу. Я вообще, знаете, не люблю всякие вот это, не молоко. Типа молоко из миндаля, там, из этого... Мне это все не нравится, если честно. Невкусно, не знаю. Ну, это кто-то там, кто, я не знаю, даже прямым питанием не назовешь. Потому что, не знаю, ну, кто, эти всякие. Кто сейчас много всяких, знаете, говорят, что молоко, молочка это вредно, молочка это, не знаю, туда, не знаю, сюда, глютен. Ну, это какая-то, мне кажется, новая... Модная волна такая идет, что все это пройдет. Я по старинке молоко, кефир, вот все дела. Вот, взяла вот такой вот крем Алихер. Это выпаренное молоко вместо сливок 9%. И вот такой тоже взяла нам туда на праздник. Это селедка. Вот в Лидле продается в соусе, вот это вот, укропном соусе. Ну, там со сливками, со всеми делами. Кстати, это кто, когда начинаешь говорить там, селедку с молоком пьет, с молоком, потом в туалет пойдешь. Селедка в сливочном соусе. Никто никуда не ходит. Все там нормально. Вот. Так что буду готовить. Сейчас грибочки себе пожарю. Я вчера, но ночью, замочила вот эту вот... Вот эти вот, ну вот что купила я вчера, да. И потом думаю, их варить целый час. Я такая голодная с работы прихожу. Час сидеть ждать, и вот я вчера все это сварила. Я сейчас хочу еще пожарить грибочки, смешать вот с этим, жидкость я солью. Ну тут горох, соя, фасоль,
овес. Ну, вот как для коровок. Ну, для меня как раз. Вот, грибы пожарю. Залью вот это вот все вот этими сливки, не сливки. И все, будет в ажуре. У меня еще салат, я помните, доставала морская капуста-то. Я забыла ее съесть. Может быть, сейчас надо ее уже слопать. Забыла вчера, все достала, и тут оставила, и все, не слопала. Ладно, буду жарить, буду. Потому что я с работы, когда прихожу, очень голодная. Вот такой у меня обед. Выглядит что-то не очень, но зато вкусно. Это форель, вот, которую я никак не доем. Вот. И вот так вот. Всем приятного аппетита. В общем, я же вам не рассказала, какой у нас сегодня праздник-то. У нас сегодня Сан-Хуан, ночь Сан-Хуан. Ну, это типа того, как Иван Купала. Иван Купала, Купала, как там, Купал, не Купала. Вот. Это все делается на пляже. Жгут костры в 12 ночи огромные на пляже. Но как, так как в этом году у нас год особенный, то пляж сегодня закрытый. Нет, сейчас можно на него попасть, но что-то до 7, по-моему. И потом пляж закроют. Ну, мы с девчонками, Танька предложила, говорит, давайте у меня на даче. Ну, а мы что? За любой кипиш. Как всегда, кто везем там, что везем, что не везем, барбекю будем делать. Вот. И там каждый везет, что хочет. Вот я повезу сегодня фунчозу и десерт. И вот сейчас я занимаю, потому что фунчозу хочу везти в холодную, холодную. Не горячую, а холодную, ну поняли, да? С креветками. Вот сейчас обжарю креветки. А потом буду уже, надо, наверное, фунчозу тоже замочить. Обжарю креветочки и овощи. И будет у нас рай на земле. Ой, Танька такая затенится, она там что-то говорит, наряжаться, подряжаться. Морская тематика, все дела. Ну, я даже не знаю, где мне что взять, какую морскую тематику. Где мне ее взять? Ну, что-нибудь придумаем. Что-то мне спать охота, знаете. Наверное, надо кофейку тяпнуть. Жарко. Вот так вот и соберись на пляж. А его то закрывают, то праздник, то еще что-то. Хм. Завтра у нас, кстати, выходной день. Так что вот так вот, не жизнь, а праздник. Ладно, буду доделывать фунчозу. Мне ее сейчас надо еще найти. Она где-то здесь есть. Ну что, фунчоза готова. У меня самое главное, это в конце добавить чеснок. Все. И это будет очень вкусно. Пойду стирать. Ой, стирать. Вешать белье. Постельное сегодня меняю. Потому что сейчас жара. И постельное приходится почти каждый день менять. Одна машинка стирается, вторая уже сушится. То нет стирки, то дофига и больше. В общем, так, что я тут придумала. Вы, наверное, видели много раз в ТикТоке, там в Инстаграме. Маски, которые вот сейчас надевают и начинают их красить. Ну, типа майкап делаю, да? Макияж. Так вот, я ради прикола хочу себе сделать маску. Ну, с девчонками поприкалываться. Я с работы принесла старую маску. И сейчас я ее буду... Как это назвать-то? Буду мейкап делать. Макияж вместе с вами. В общем, что для этого нужно? Ну, маска. Я буду вот эту белую сторону делать. Основа. Господи, я не помню уже, как это называется. В общем, вот это.
для скульптурирования. Но я не это, не бьюти-блогер. Хотя краситься я умею, друзья. Так что сейчас носик рисовать, там скулки, все дела. Ну и кисточки. А, помада, карандаш для помады и спонжик. Приступим. Не знаю, что из этого выйдет. Ну, думаю, что-нибудь. Если долго мучиться, что-нибудь получится. Так, надеваем масочку. Жалко вот эту вот. Так, а я, наверное, ее кисточкой буду наносить. Потому что. Блин, так жалко вообще. Но никуда не денешься. Как говорится. И начинаем замазывать. Ох, красота будет. Слушайте, мне кажется, получилось очень даже ничего. Я жду ваших комментариев и отзывов. Мне кажется, я мастер на все руки. М? Дышать, конечно, мне невозможно, но это только лишь для того, чтобы... Фу, сценический образ. Как я вам? Класс? Ставим лайки. Мне кажется, шикардос. Вот выпила кофе, и у меня, знаете, сейчас от него... У меня за спиной крутится пропеллер, я хочу, чтобы со мной все друзья, ребята пели. В общем, как-то мне хочется куда-то, сердце колотится, в общем, все нормально. Смотрите, какие гады, друзья моего Чучи. А этот вообще, куда он прет так? Вы посмотрите, что творится. Это вообще, ему так у меня нравится, он за 2 дня у меня куда-то прям вообще красота. Я хочу, чтобы он вот так вот спускался. Ой. И будет красиво, правда? Ну, потом его, наверное, можно обрезать, я так думаю. Не, ну посмотри, я тут облокачиваюсь, а они тут взяли и нагадили мне. Ну, я думаю, что скоро зацветет. Я так смотрю, что у многих вот такая вот она без цвета. Ну, ладно, зацветет. Это вам такой обзор немного. Я уже не знаю, что мне делать. От кофе меня. Сейчас в космос, наверное, полечу. А вообще, вы знаете, стевия и стевия рознь. Смотрите, какая это и какая вот это я купила. Вот это вот какая-то, знаете, от нее даже вкус какой-то плохой такой, как сено. А вот эта классная, она открывается такая, как листики прям, и от нее нет вкуса никакого, только сладкий привкус. Вот, эту я купила, где чаи продают на развес, кофе. А это в Ирбалай. Ну, в общем, где всякие диетические продукты продают, там ППшники все время покупают еду. Ну, вот эта фигня на постном масле. А вот это классно. Смотрите, как листики открываются, видите? А это прям как трава травой. И вкус такой нехороший. Хотя, вот смотрите, не знаю. В общем, нехорошая вот эта стевия. А вот это классная. Чай буду пить. Вы знаете, когда жарко, нужно пить чай горячий, чтобы температура тела и температура воздуха сравнялась. И так вы
ощущаете меньше жару. Даже вот где живут на юг, на югах, вот они же там ходят одетые все время и все время пьют на Кавказе, да, все время пьют горячий чай. Они же больше, лучше нас знают. И здесь вот я так, в Марокко тоже постоянно пьют чаи. Вот, и поэтому я чай пью всегда зимой, летом и осенью. И так, как мороженое. Эй, мороженое. А вот в Испании, представляете, мороженое зимой, как бы мороженое зимой, типа холодно. И что? Я когда показала, знаете, я в ГУМе гуляла в Москве. Когда в России езжу, и, ну, я всегда Красную площадь посещаю. И вот отсылаю мужу фотку, значит, на улице хожу, такая одетая вся, и с мороженым, с пломбиром. Ну, в ГУМе вот эти пломбиры продают, как типа в те времена. Вот, и такой, ты чё, такой холод, а ты с мороженым? Я такая, и... Я всегда, даже не одно, я там два их съедаю. Вот, поэтому для них зимой мороженое нет. Хотя вот одна женщина, ну, позавчера, по-моему, позавчера я была закрытая. Ну, в общем, в субботу, говорит, я мороженое ем даже зимой. Я думаю, офигеть, даже зимой она мороженое ест. Я еще вся в раздумье, что мне надеть. Наверное, надену вот это платье. Типа, у нас же морская тема, буду моряком. И морячка, я моряк. Кстати, вот эта вот моя орхидея отцвела. Я ее сюда поставила к окошку. Здесь света ей нормально. И нет сквозняка, потому что у меня открыта вот эта дверь. В общем, ей тут зашибись будет. Пока она будет вот такая вот страшная стоять. Я ее побрызгала, обрызгала уже, потому что у нас сейчас с влажностью не очень. Как бы вот дома 49%. Смотрите, у нас сколько. Температура 35 на улице. Мне советуют закрыть окна. Вот. Ну, я думаю, что здесь ей хорошо будет. Там вот один цветочек есть. Может быть, даже еще одна почечка вылазит. Ну, пускай тут стоит. Потому что вот я не люблю орхидеи. Вот только из-за этого, что вот отцвела и все. И тут стоит. В общем, буду выбирать, что мне надеть. Ой, какой ветерок хороший. Такой, знаете, прям... кайфовый. Ух ты, как ловко. Буду с вами прощаться я до завтра. До завтра, да. Ой, блин, а что же я не выключила от комаров-то? И потому что я этот влог сейчас смонтирую. Приедем мы поздно. Монтировать, естественно, у меня не будет ни желания, ничего такого. Вот. А все-таки вас порадовать влогом хочется. Поэтому я вот этот влог с ним уже, ну, в принципе, ничего такого интересного больше не будет. Вот. А сам праздник я вам выложу завтра, когда проснусь, монтирую все хорошенечко. Так что не забываем ставить на колокольчик, чтобы пришло оповещение о том, что вышло новое видео. И пишите ваши комментарии. Спасибо вам за них большое. Много чего тоже нового узнаю. Вот. И всем пока-пока. И встретимся с вами завтра. Пока-пока.